перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Она, ну, из мозга растет. Из мозга. Наберем мозга еще людей. Чего там сколько? Давай десятку надо. Нет, да хуй смотри, да? Ну что, вызываем на версу кого-нибудь? А вот это что за хуйня? Это к тебе добавляется, чтобы ты скидку повесил. А, совместный, да? Да, да, да. Первый раз в прямом эфире, даже не знал, как запустить его, блядь. Сашка порешал. Благодарю. У тебя именно эфир прям насыщен просто. Говори что-нибудь, говори привет. Да я не хочу говорить. Че вы? Че вы? Че вы, блядь? Зашел в эфир, 10 человек смотрят, че вы? Че вы? Все, пока. Че вы? Че вы? Че вы? Уехал, пока. Посмотри, как он отсел, такой типа сосредоточиться. Че вы? Сосредоточиться. О, что-то надо сейчас это зайти прям тоже. Подключиться в комментарии сейчас. Давай, а то без тебя не то. Привет скажу. Короче, ты там... Мне пишут, говори, говори. Говори. Король говорит, слышишь? Король говорит. Уебок, уебок, съебись отсюда, мой. Круто. Нормально, пятерочку набрали, первый прямой эфир. Как у всех дела? Алло. Сними, блядь, одежду. Сними трусы. Что хочу сказать, дорогие подписчики. Теперь опять 2500. Это что-то интернет пропадает, блядь. Говорит, опять 2500. Все пропало. Не знаешь, выйди отсюда, блядь. Потеряли половину, блядь. А у меня до сих пор. Мама, я потерялась. У тебя до сих пор... Я уже сюда зашел. Давайте я заново найду. Не, попёрло, не, нормально, да? Покажи, да? Покажи кого-нибудь. А тут можно камерой вилять, да? Вилять, переключи. Да. Вот панцирь. Black Star Team. Слышь? Серега, пишешь. О. Концертник? Прям комик? Сними очки, пж. Все понятно, как у нас. Блин, у меня до сих пор картинка висит. А ты думаешь из-за этого? Короче, все с твоей банды сюда придут. Мы на М1 только что выступали. Я придумал блог, камеру к члену привязать, короче. Я просто лям подписчиков. Либо уж худшим блогом. Дорогие подписчики, я не про пидорасов, которые пишут хуйню, короче. А мы на М1. Я прикалываюсь в подписях, а вы вообще, блядь, проецируете все на себя. Нормальные люди, наверное, не, так не делают, блядь. Докажи. Скажу вам про последнюю подпись, блядь. Как там? Порхай как бабочка, жаль как пчела. Знаешь такой прикол, блядь? Слова, а есть такой прикол, блядь. Порхай как бабочка, жаль, что ты лох. Если ты, долбоёб, проецируешь это на себя, то и, блядь, извини, ну, нахуй. Они базарят, понял, типа... На личности никогда, блядь, не приходил. Как, да, как ты думаешь, как тебе будут относиться твои подписчики, блядь? Ты, долбоёб, блядь. Идиоты, блядь. Короче, дорогие подписчики, блядь. Не проецируйте это все на себя. Вы будете беда, реально. Реально. Слушай, а вы тебя нормально, ты топер, сразу еще 4. Ебать, вы опасные тут. Бля, надо было давно заходить, тут столько кретинов. Весело, да? Да. Давайте, пуляйте грязь, давайте больше. Грязь. Грузите. Спроси, где жду в концерт. Грузите. Дом повоевать хочет. Покажите, на что вы способны. Покажите, на что вы способны. Кто-то интересное что-то может сказать вообще? Какие-то у вас приколы детские, блядь. Ну, вот так классно. Аудитория у тебя какая?
100% есть нормальные ребята. В Алмате приедем, конечно. На работе еще. Казань, респект. Мы любим Казань. Куба. Как называется казанские женщины? Казанки? Казантипки. Что-то Казановые. Просмотр один не добавляю. А как калининградки? Как они? Калининградки. Да ну нахуй. Калининградцы, да. А как первомайские? Первые майки. Майки просто. Просто майки. Первочки. Скоро выйдет EP очередное. Мурат, скажи что-нибудь. Название. Мурат там Danger Killer. Danger Killer 8. А ты знаешь название, Мадлин? Не, я тоже. А, не, я знаю. Не скажу. Красавчик. А, я думал, ты Я знаю новую песню, YouTube Medlink. YouTube Medlink. Мы на своем смотрим, что белый влог. Знаете, вот это «Амамэн», я вчера переделал эту песню. Я мужик, тун-тун-тун-тун, воняет с подмых. Валер, нихуя не слышу тебя. Я мужик, тун-тун-тун-тун, воняет с подмых. Достойный кавер. Ай, блядь. Без понятия, бро. У тебя штанина порвалась. Упал, пока бежал туда. Он же опаздывал. Я не буду сохранять эфиры. Нормальное у меня стадо, да, тут собирается, друзья? Обожнюю. Есть один чувак, у него называется Инстаграм Свиноплюс. Да мы сидим. Аня, Свиноплюс. Нормально, бро, отношусь. Классно ему зло, пацаны, делают. У него 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Да? У Свиноблюда, блин. А что он делает? Свиноблюд базарит. Есть такой чувак, да? Да ну нахуй. 150 кэсов, он говорит, вы мои свиньи, я у вас типа... Свиноблюд. Блюжу. Блюдю. Да ты шо, да? И ведутся, да? Да. Но он там всякие фигни... Красава. Я еще пару сотен проводил. А что за что? Да. Сегодня одна песня. Красиво держишь. Ты был чуть выше, чем среди на лице. У тебя лицо и комментарии на лице. А, да? Как заплатили, так и спели. Смотри, сейчас как раз... А, я понял. Давай, не подтянули. Да, да. Красота. Как дела, друзья? Вы что здесь вообще делаете? Да. А ты с кем базаришь? С Валерой, с Крышматкой. Как это ты с ним говоришь? Ну, мы тут трансляции вдвоем совместно. Ты можешь тоже кого-то подключить. Нихуя себе. Ну, оно тупить будет. Что за движ? Мы... Момент, тут. Ходил вчера на Черную Пантеру. А, хуй знает. Прикольно. Отправьте, оно смотрит. Там таких пару битов сильных хуярит. Дим, что ли? Я на лицо приехал. А, не придет. Я уже отправил такое. Груша вверх. Момент, тут. Конечно, будет. Кружит, что халуешь? Вообще, в принципе? Да. Воду святую. Воду святую. Жжется, говорит. Да. Слушай, я спросил это очень давно. Это с таким поздняком, да? Скажи, что я тут... Хуйло, мои хуйло. Мои подписчики спрашивают, или еще я там... Еще давай. Там спросили, или нет, я там ответил. Там... Медлим здесь. Половинка или четвертинка была. Всем привет. Изи вот сегодня. Ляля, привет. Изи, really talk, think about it. Really talk. Really talk, базарец. Сука. Real talk. В совершенстве знает он английский. Я мастер. Бомбастер. Бля, у меня до сих пор копчик болит. Видели видео на сноуборде, где я за тачкой, короче, еду? Один раз как наебнулся на копчик, об лёд. А когда мы снимали? Неделю назад? Или больше? Сейчас возобновлю быстро все. Давай. Возобновим. Все возобновилось.
Я знаю точно. Не, как у меня есть любимая песня. А ну включи, сейчас я. Тихо, тихо, тихо. А чего меня не видно, друзья? Меня видно или нет? Видно? Ну, а что у меня вот красный? Нормально все, да. Камеру протри. Блядь, плохой интернет. Я сделаю сейчас, но нихуя. Вы меня видите, друзья? Погоди, он нет, погоди, нет. Сейчас зарегляю. Блядь. А, блядь, давай. Да все равно, какая разница, все черное. Ты же любишь, когда мрачно. Нихуя. Бля, у меня чуть темный экран, а ну я сейчас заново расскажу вам. Вообще тебя видно. Вот, все, теперь тебя видно. А у меня не видно ни хрена. У меня видно. Сашки на голову глаза. Может, вот так, бля, сидеть сюда смотрели? Это я вот снимаю так сейчас? Бля, что за хуйня? Ну, нажми на кнопочку домой, зайди, зайди домой. Завершите заново. Бля, ебать, копчик до сих пор болит, нахуй. А момент это что, шаблон и сразу здравствуйте? Сколько стоит твой концерт? 1 000 000 рублей, и мы в любую точку мира едем. Короче, спросите у меня, какая у меня любимая песня. Спроси. Какая у тебя любимая песня? Не, пускай спросят. Спроси. Ну, я уже спросил. Спроси, какая у меня любимая песня? Как будто старичный пример. Да, давай, 4 000, ты расскажешь свою любимую песню. Спрашивайте, быстрее. Сколько у тебя? 2 700? Не, вам не интересно? Я вот спрашиваю. Да, пофигу. Они пришли в театр к вам. Бишкеки заебись. Четко. 3 500. Ну что, набирается? 3 557, да, ждем, 4. Что не пишут? Какая любимая песня? Я тебе скажу, спасибо за вопрос. Хороший вопрос, да? Хороший вопрос, да. А как она называется? Держи руку мою, держи, что хочешь, скажешь, получишь. Держи. Свой текст забывай, но это помнишь. А есть зарядка у кого-то? У меня машина. Как он? А, блядь, мне тоже машина перешла. Я вообще, когда этот трек услышал, я подумал, что это прям полный байк. Подумал, это моя, да? Это монатик. Я тоже почернел. Не, монатик. Когда я это услышал, подумал, твоя. Да. Держи руку мою. Дела. Ну что, вкусный сок с чего-то? А что мы ждем? Бля, у нас есть кореш, прикинь, мы сидели дома и ебаши, пришли в гости к друзьям. Играли в Xbox. И стояла вот такая банка сока. Короче, сушит пиздец. Давай. И он берет этот сок попить, пьет, а там ногти, прикинь, эти дебилы. Настреляли туда ногтей, прикинь. Это Валерчик, прикинь, как. Не, блядь, сока не было. Сока не было. Но он как-то не понял, ну понял, по синий. Ё-моё. Я плакал. А ты не знал, Валерчик? Настало время охуительных историй. И тупо ногтями плевался, я плакал. Все танцуют ногтями. Все плюют ногтями. Это для того, чтобы понять, помнишь, что это трэш. Это пиздец. А? Валерчик, это пиздец. Это позитив, ну просто, блядь, даже когда он молчит. Кто знает иные языки? Кто? Кто умеет общаться на иных языках? На ангельском кто умеет? На ангельском. На английском. Есть ангельский. Есть английский, есть ангельский. Сюда никто с ногтей не стрелял? Да че, с кем банда вот? Ну ты глотни там, потряси. Нормально. Вы че, откинули? Держи. Бля, в натуре приелась, теперь поугарал, блядь. Руку мою держи, что хочешь, скажи. Да? Я удалю это. А ты что, записал? У меня есть сторика такая, да? Стори, помнишь, где мы были в каком-то городе? В Казани, блядь! Были в гримерке, играл этот трек, я историю снимал. Не в гримерке играл, а это, блядь, на сцене. Ну, в клубе играл, да. Мы в гримерке сидели и снимали. Ща, блядь, что я нажимаю? Бля, девочка, вкусно тут кончается быстро. Ага, вон, принимаем. Ты там заехал, сказал?
Только я удалю эту историю. Вы никому не рассказывайте. Никому не рассказывайте об этом. Билан, подключайся. Давай совместный эфир сделаем совместно. Совместный эфир. Позовите кто-то Билана. Прикольная жвачка, только базарить ему быстро кончается. Да, отпускает быстро. С кем замутить совместный эфир? Давайте. А зарядку мне дали? Нет. Нету? Камрон, ну... Я в гримерке, в Олимпийском, блядь. Угу. Привет, Днепр. Привет. Че, вы порешали тех ублюдков, которые Паше дали по ебалу? Были в Днепре, нашему концертнику расхуярили губу. Из-под тишков. Все, я отправил запрос. Нет, с тобой неинтересно. Бросайте, давайте совместный эфир. С первым встречным замучу. Почему я наглею? С кем ты лох хочешь прямой? Ну давай, кидаем. Нихуя, да, такие дерзкие, да? Да. Такое впечатление, что стоял бы здесь, так же сказал. А, обоссался. Отвечаю, за три года, как я в Москве, никто нихуя не сказал. Короче, мучу вот с Иваном, нахуй, или как я там. А не, нихуя не получается. Как это сделать, сука? Кого? Ну, там нажимаешь, Медлимп тут наяривает, но да, Медлимп вообще, надо сбрить. Сейчас кого-то подключу. Я не буду твоей фанаткой, если ты скажешь или нет, приедешь в Казахстан. Фанаткой. Ты будешь его фанаткой. Кого же подключить? Давай, принимай уже. Принимай на грудь. Фронтовые. О, Яна смотрит. Георгий, я от тебя отпишусь, короче, ты неинтересный, реально. Я вот подписался, но вот ты начинаешь напрягать меня. Давай со мной еще. Георгий. Меладзе, это я тебе. А что там, подключаешь кого-то? Потравим, давай, вот тип хочет потравить, давай, Андрюха, кидай. Я тебя не могу найти здесь. Бля, ебаная дичь. Лимп, ты вот на первом месте какого-то черта, ну, блядь. Так, потому что любимый всегда. Стараюсь тебя игнорировать, нихуя. Я просто не понимаю. Доктор, у меня я пришел забрать свое. Мне нужна подписота, да? Нихуя. Изи, изи. Изи, мэн. Ладно, давайте в следующий раз. Днепр, скажи четко, прокачали. Он, видишь, про меня пишет. По-американски. Про меня пишет, а ты тот, кто расскажет. Саня Лимбару. Кого пригласить? Растюха, привет. Растюха, привет. Мы сейчас едем на день рождения к нашему другу Эмилю. На чем мы, кстати, не едем? Надо ехать. Ты так это невнятно сказал, пожалуйста. Я поздравляю. Вот вы посмотрите, зайдите на страницу каждого, кто пишет хуйню. Посмотрите на этих долбоебов просто. Я всегда хуею. Просто какой-то придурок напишет хуйню, я просто гляну на его страницу, и там просто пиздец. Особенно печально, когда взрослые какие-то дяди пишут, блядь, хуйню полную. Не знаю, как вас назвать даже. Зачем, Валера, зачем? Это мой первый эфир, кстати, за два года. За два с половиной года. Зачем?
Зачем ты это делаешь, Валера? Хуйня. Камрон, ты чё? Ты под водой? Валера, зачем ты это делаешь? Скруджи! Одесса, летом увидимся, Одесса. Просто тебя сохрани трансляцию. Не. Марк. А нахуя? Где Марк там? Марк, блядь. Сделай бит, блядь. Марк, блядь. Марк, не занимайся хуйнёй, иди сделай бит. Нам надо на король блефа сделать. Все ждут. Накурился, вот и в очках. Понял? Мы не курим, друзья. Мы не курим, и болты, понял, такие. Мы... Это уже не модно. Курить не модно. Это не модно. Вот смотри, пишет, что ты показал меня, видишь? Покажи Саню. Сейчас покажу, сейчас Саню покажу. Это не Саня. Саня. Ну как знаешь, знаю, да. Знаешь, я... Марк, я тебя сейчас забаню. Зачем ты сделал эти баки в виде тату? Бак, баки, нормальный баки, у меня бак. Я называю, баки, я называю это тату. Бакиши. Баки в виде тату. Бакиши. Нормальные у тебя бакиши, проходи. Всем что сзади? Сзади нихуя стена. Я в гримерке, друзья. Показать вон. Там бойцы какие ходят. Пойду доебусь. Лунский. Нужна зарядка, Лунский. Что-то никого, блядь. Держит. Лоскин! Лоскин! Что? Лоскин! Лоскин, блядь, утонул нам. Наебалово. Вас наебали при зачатии. Все бойцы. Ага. Бойцы. Поехали. Вот бойцы сегодня выступали. Повешали. Исполняли. Конечно, блядь. Он там всегда меня ищет. В олимпийском, друзья. Тут М1. Проходят бои. Да, Сережа, ты заснял вчера, как у меня штаны спали и вот это мы гнали? Так да, да? Конечно. Во влоге. Кто смотрел «Черную пантеру»? Как вам, друзья? Медлим сказал хуйня полная. Что сказал? Медлим сказал фильм хуйня. Он сказал больше такие фильмы не будут. Нет, тут не... А это же не Fight Nights, да? Нет, Настя. Это не Fight Nights? М1. Это М1, друзья. Другая история. Давайте все вместе. Давайте все вместе позовем Лоскина. Он где-то сюда пошел и проебался. Лоскин! Все вместе давайте. Лоскин! Хуй на него. Лоскин! Блядь, чувиха пишет. Лоскин! Что, ты пошел? А как там с видео этим? Нормально все? Давай, погнали. Сейчас едем. Друзья, нам надо ехать, нас уже все ждут. Может и не ждут, блядь, но мы придем. Но ехать надо. Блядь, что я на этом не понял? Я только что понял, что мы завтра и туда же носки сами не Бухает, бухает. Я слышал, я поругал. Тебе нюхаться? А? Да, классно, вас так много, ни хрена. Мне вообще никогда ничего не дарили, как людей.
Пластмассовые, блядь. Сердечки летят, видишь как? Что это значит? Это тебя там вот так сидит, ты лайкает. Да? Зачем? Ну, типа просто. Киев, мы скоро будем у вас. В конце марта, походу, в конце марта. А? Ага, заебал я уже всех. Ты все. Сказал, что ты уже уходишь, поэтому давай сейчас пять целей. Все уже этот. Gucci gang, Gucci gang. Уходят, заебал я вас быстро, да? Да ты фальстар дал, ты сказал, что ты уже все заканчиваешь трансляцию. Так съебись отсюда в очко. Труси горбом, блядь, придурок. Секуша задний привод. Смотри, он не заканчивает трансляцию, чтобы дождаться каких-то хейтеров. Все, я вас так обожаю, блядь. Отвечаю. Без хейтеров скучно. Скейтер. Да, да, да. Что, без... Вот он блогер. Вот он настоящий блогер. Скруч, давай ты блогером станешь. Ага. А то рэп это не твое. Знаю. Что стоит так и скажет? Забрать свое. Давай, погнали, надо ехать. Этот, блядь, пришел за сока попить, блядь. Я литр всосал. Ты больше не пойдешь с нами, блядь. Что ты, пожалуйста. Видел, как Брежнев говорит, ну ваш клитор, блядь. Это смешно, да? А, клитор! Она имела в виду, это по-английски что-то, да, блестят? А, глиттер, это вот эти, да. Да-да-да. Как? Ну, глиттер в эти, которые блестящие, блестки, типа. Блестящие клиттеры. Блестящие блестки. Клиттеры, которые блестят. Сука, пообщайся. Блестят и клиппуют. Так ты общаешься, пообщайся сама с собой, блядь. Да все, закрывай, сейчас батарея сядет. Все, друзья, садится батарея, один энта, блядь, два. Понимаете, на что мы идем? Продолжай, давай. А я что им стал? А я что им стал? Кем там стал? Все, друзья, всех обнял, ровные дороги. Старт положен, будем выходить чаще, да, будем гнать с этих идиотов всяких. Ну и вообще, задавайте вопросы. И вообще, задавайте вопросы, я не буду на них отвечать, но и будем дружить. Все у нас будет хорошо, да? Мы найдем общий язык. Решено. Блядь, вот смотри, давай зайдем на его, блядь. Все было решено. Все, друзья, всем пока. Скоро выйдем на связь. Обнял. Всем добра.